Лахор в понедельник возглавил список самых загрязненных городов мира. Второй по величине город Пакистана окутал ядовитый смог. Список обновляется в режиме реального времени и основан на индексе качества воздуха. В Лахоре он достиг отметки в 353 пункта. Показатель от 100 до 200 уже считается нездоровым, особенно для уязвимых категорий населения – детей и людей с респираторными заболеваниями. Индекс от 200 до 300 расценивается как очень нездоровый. Выше 300 классифицируется как опасный. Смог возникает каждый год из-за сжигания стерни и топки кирпичных печей. Чиновники это знают. Им следует составить соответствующий план. Но они ничего не делают, просто получают зарплату. Такая погода приходит каждый год, и они должны действовать, чтобы убрать основные причины смога. Остановка транспорта и закрытие магазинов не помогут. Власти же заявили, что смог образовался из-за того, что в соседней Индии сжигают мусор. Они пообещали рассеять ядовитый туман с помощью дождя из искусственно образованных облаков.